Здравствуйте, с вами Анатолий Тучков. Не стесняйтесь улыбаться жарким солнечным лучам и губами прикасаться к сонным утренним цветам. Не стесняйтесь безмятежно петь о радости своей и отчаянных и грешных не судить своих друзей. И не надо обольщаться, что дорога далека. Торопитесь удивляться, жизнь довольно кратка. Это стихи Ильи Резника, которого мы больше знаем как поэта-песника. Давайте по его совету будем удивляться жизни, природе, солнцу. 30 августа синоптики обещают краснодарцам теплую ясную погоду. Иногда на небе будут появляться легкие облака. Нас ждет утром 16-20 градусов тепла, днем 22-25, вечером 19-23, ночью 15-17. Чувствуете приближение осени? В Архипе Осиповке, что на Черноморском побережье, утром ясно при температуре 17-21 градусов тепла. Днем 24-26 облачно с прояснениями, вечером 20-23 пасмурно, и порывы ветра будут достигать 8 метров в секунду. Ночью небо прояснится, 17-19 градусов, вода в Черном море прогрелась до плюс 27, море зовет. На хороших людей и плохих всех делила ребячья порода. Мы играли в пиратов лихих и в отважных бродяг-мореходов. Забывалась любая беда, потасовки, обиды и ссоры. И не верили мы никогда, что кончается синее море. Спонсор программы – строительная компания «Стройэлектросевка». Монтаж отличной квартиры с ремонтом. Покупай, заезжай, живи. Телекомпания «Краснодар» и я, Анатолий Тучков, желаем вам хорошего настроения.